Приветствую, друзья, меня зовут Сергей Лав, и сегодня я поиграю в такую игрушку, которая называется «Истролит» или «Истролит», не знаю, кто кого истролит, но мне ее посоветовали в комментариях, совершенно бесплатная в Стиме. Я, в принципе, в нечто такое играл ранее, наверное, такой концепции игр уже достаточно много лет, но тем не менее, я поиграл, одну миссию прошел и подумал, почему бы вам не записать, не познакомить с этой игрой, самому тут подразобраться получше, еще и сложить свое мнение и впечатление, тем более, что на самом деле, если честно, играть особо не в чего, игры как-то затягивают, ну, максимум на вечер, и после этого даже записывать их не хочется. Вот, это очень печально, да и настроения особого нету. В общем-то, вы сейчас видите экран сборки корабля, в принципе, вы в него попадаете практически в самом начале, и здесь можете собрать что-то, на чем будет летать ваш флот, то есть не один кораблик, а целый флот. И здесь вот есть написано, первой миссии не было, что я против кого-то, да, теперь сдаться могу, здесь прикольно. Но суть в том, что у нас есть, должен быть этот флот, ага, его теперь нету, в общем, сплошное, сплошной обман. Но суть в том, что теперь, по ходу дела, флот нам нужно строить самостоятельно. Есть несколько точек, которые нам нужно захватить. Так, давайте еще парочку зафигачим. Так, и будем захватывать вот эту штуку. И для победы нужно захватить все. И это начинает сражаться. Видали? Видали, как? Какие спецэффекты-то идут? Ну, и здесь тоже нормально. Может быть, даже чуть потише игру сделать. Даже, мне кажется, она громковата. Вот так вот, нормально. Так, ну эти точки, по идее, тут должны быть такие захваты, нет? А, ну да ладно, пофиг. Ага, вон здесь что. А я могу здесь какую-нибудь тоже сооружайку соорудить, чтобы защищаться? Фу, нет, походу дела, мне не дают такой возможности, и я здесь не в справедливых условиях совершенно нахожусь. Но я думаю, вот этот задефит, то есть сейчас я им еще парочку закину. И будем вчетвером, я думаю, вчетвером-то мы это точно захватим, вот эти точки, и потом уже точку вот эту. И это будет победа, так, все нормально. Здесь все, здесь хорошо, здесь вроде тоже все хорошо. Ну что, давайте симметрично. Ух ты, нифига она плюхает. Ну, смотрите, защитил вроде крыло, больше хп от них становится. Не знаю, хватит ли этих трех корабликов-то, она плюхает жестко. Но если эти справятся, то верхние тоже должны справиться, но я уже всю нагрыз прям жестко так. Все, отлично. Здесь еще раз. Вот, видите, захватик пошел. А, это и так моя точка. Надо еще парочку, наверное, корабликов заказать и поставить их на это. А, сюда поставьте, чтобы они не дали захватить-то мою. Так, тут тоже одного отведем. А все, победа, нормально. Все, изи-пизи. Units, more wings, makes ships, там, ну, больше крыльев, лучше поворачивает. И да, теперь после, собственно, я прошел вторую миссию, так, после обучалки, вы бы увидели вот эту карту, здесь можно оценить, насколько масштабно нам предстоит сражаться здесь, мне интересно дойти вот до этих корон, это, видимо, какие-то боссы, тут Зевс, здесь Дестрайк, ну ладно, не знаю, давайте, не будем затягивать, может быть, нам хватит времени за сегодня дойти, а если не хватит, то, ну, в принципе, я могу и двумя видосами порадовать вас, если вам игра эта понравится. Так, вот эта штука у нас, что это? Это пушки. Это Energy. Так, то есть вот эту сюда я могу так прикрепить, нет? Походу дела, я могу и так вот оставить. Я не знал, что можно пересекать, я могу этими пересекать? Я этими могу пересекаться? О, это вообще прикольно. Ну да ладно, давайте оставим, наверное, старую конструкцию. Ставим крылья, ну, чтобы в них пиу-пиу попадали и нас не дамажили. Так, хотя, не знаю, насколько это хорошая идея. Ну, по-моему, пойдет. А, нет, говорит, что мне пушка должна быть где-то замаунчена. Нет, ее, походу, полностью надо накручивать. Вот, все. Все, изи. Так, есть опять 4 точки. В принципе, все то же самое. Я думаю, мы просто повторим эту схему. Идеально, по-моему, сработано было в первый раз. Я уверен, она идеально сработает во второй. Если только здесь чувак не начнет сейчас нехорошо себя вести. Так, у меня есть деньги. Насколько денег есть, я все за это закупаюсь. Во-во-во, вот эти большие штуки у него поехали. Они будут, наверное, ставиться, опять же, так же, как в прошлый раз. Но я сейчас могу вообще схитро это и просто отправить все, что есть на... Сколько он? 200 баксов всего стоит этот кораблик. Так что, по-моему, не проблема закупаться подобным. Я сейчас вот здесь встречу вот этим вот флотом, и он будет очень рад, наверное, подобному. Так, слушай, он меня начал перезахватывать, но это не страшно. Не должно быть страшно, по крайней мере.
Давайте на одного фокусируйтесь, и все, и победа. Изи вин. Ну, ни шансов тут нету. Мне кажется, тут не стреляют. Не стреляют. А что-то у меня, кстати, всего три корабля осталось. Давай ты, блин, а у него три пушки, или это не пушки? Ну, походу, это пушки. И, походу, я вообще проиграл. По-моему, фокус не удался у меня с перезахватом. Потому что я второго не очень много накоцал, если быть честным. И это мне не нравится. Давайте оставим здесь один для защиты. Все остальное на захват. Потому что, по крайней мере, одну точку я отстрелял. Так что, я думаю, больше точек, больше денег, больше денег, больше кораблей. А больше кораблей... Слушайте, он опять построил эту шнегу, нифига себе. Это уже мне не нравится, потому что... Потому что что-то как-то мои кораблики не шибко эффективны против вот этой штуки. Может быть, я как-то неправильно их все-таки выставил. Но, по-моему, что-то все плохо. 1000, АРМ, понятия не имею, что это. Капс, юнитс, мани. У меня юнитов больше, если верить этой табличечке мелкой. Так, и будем потихонечку сюда переезжать. Так, у меня... Да, на всего $1 дает это конструировано. И не шибко меня впечатляет, если честно, по эффективности. А могу ли я, допустим, вот один корабль отправить сюда и на захват? Сразу прям на захват вот этой вот цитадельки и выиграть. Чисто за счет захвата вот этой штуки. Я, походу, не хочу мне так поддавать победу. Придется... Не знаю, что мне придется здесь сделать, потому что у меня как-то нет идей, как можно победить эту штуку. Может быть, эффективно его пытаться облетать в округе, потому что, ну, что-то как-то совсем все плохо и... Если так дело продолжится, то я, в принципе, уже проиграл практически. Так что, я думаю, до Зевса мы сегодня точно не дойдем. Если не так просто, как мне показалось на первый взгляд. Может быть, конструкция не самая эффективная у меня выдалась. Но сейчас попробую атаку сзади. Мои корабли сейчас... Оп, развернулись. Во! Походу, дело это то, что и нужно делать, потому что он не стреляет в меня вот вообще никак. Все, распилили. Отлично. Я так и знал, что заднеприводная... Тактика сработает. Давайте повторим. Тут даже много кораблей не надо. Он еле-еле, душа в теле разворачивается. Все. Надо иметь в виду, что пушки у него не стреляют. Ну и это тоже сейчас поиграет уже. Он даже, мне кажется, не успеет развернуться. Так, давай. Накерняй его. И ты давай стреляй. Стреляй вот в этих чувачков. Все, и захватывайте. Теперь все. Все. Это должна быть победка. Хотя я не знаю. У меня корабль сдох. Ладно, окей. Мне нужно, интересно, эту штуку захватывать или нет. Кстати, в этой игре я не сказал, но есть сетевой режим, мультиплеер. Я думаю, там все плохо для меня будет. Блин, он опять построил эту конструевину, которая пищ-пищ делает в эту сторону. Это жестко. Давайте мы ее сзади сейчас атакуем. И все, этот фл... все, победу. Нормально, ладно. С этим справились. Что у нас тут есть? У нас есть эта батарея. Дает энергию. Окей. Собственно, практически то же самое. Пока сильно больших вариантов к постройке мне не предлагается. Но попробуем, посмотрим. Опять две точки, в принципе, здесь. Ух ты, ёшкин дрын. Ага. Так, у меня теперь два вида юнитов. Я как-то это не обратил внимания изначально. Возможно, там где-то был выбор, что я мог кастомизировать свой стартовый дизайн и вот новый дизайн. Но эти штуки должны быть быстрее. И вообще, как бы они у меня почти отжали всю эту, блин, точку. Это плохо. Явно не... Нифига нету, смотрите, как крыса-читер с кустов-то стоялого какой-то организует. Не, давайте мы их тоже будем уже из этого раздербанивать. Мне не особо нравится это. Блин, че они бегают-то, лол? Они какую-то хитро выделанную тактику, по-моему, решили сыграть. Но я сейчас... Да ну нафиг, ну и... Походу, дело понятно, в чем тут фича. Мои старые кораблики, они абсолютно не будут справляться с этими мелкими летунами, потому что они банально быстрее. Так, это тоже нехорошо. Надо все это отжимать. Поэтому с ними, по-моему, поможет только... Эти для стоялого... То есть для дефа хороши и эффективны, наверное, мне кажется. А вот мелочь это для захвата. Ну, давайте будем захватную мелочь строить. У них скорость сколько там? Видите, 382, а здесь всего лишь на сотку меньше скорость. У тех корабликов давайте атакующим флотом нападаем. Что тут будет? Будет какая замесуха? Смотри, замесуха. Давай. Они никакие, на самом деле, они разваливаются. По крайней мере, под таким давлением он их просто раскалывает. Все, иди захватываем, все нормально.
Все, ребят, не паримся. Этих тоже сюда передвигаем. И эти пусть стоят здесь тоже, крыс читерят. Ибо нефиг. А эти что-то ждут, все, победа. Ничего они уже не ждут. Если я пройду вот это, я смогу вот сюда сразу. То есть мне не обязательно каждую из этих систем проходить. Смотрите, мне нужно пройти вот эту, в свою очередь, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, 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 эту. А это что-то какое большое, смотрите, надо до нее дойти. Ладно, давайте разбираемся. Там у меня будут какие-то, видимо, выборы, куда подвигаться. Нет, у меня нету, кстати, здесь никакой кастомизации дополнительной у корабля. Блин, да отстави ты не пушку, двигай ты вот эту штуку, убери. О, нормально все. И попробуем все-таки добраться. Ну, в принципе, я то же самое собрал. Это не то же самое миссия. Что-то где-то, по-моему, что-то где-то пошло не так. Да, я случайно. Серега не тупой. Вот, да, есть у меня выбор. Видите, дизайнов, нифига у меня сколько дизайнов может быть. Так, это такой истребитель. 32 хп дает, весит. Так, нормально так весит. Энергии. Давайте, наверное, я хочу вот так вот сделать дизайн. Вот так. Так, так. Это будет у нас такой, знаете, мега такой танк. Даже вот сюда вот эти штуки хочу поставить. Да, о, тема хорошая. Так, а как поворачивать-то? Я надеюсь, на. Да фиг знает. В этом я не разобрался. Ну, вроде симметрично, да, ведь? Да. Мне показалось, что здесь как-то торчит больше, чем. Так, у нас что? Трастеры, пушка, держалка пушки. Ну, давайте оставим. Или можно сделать, знаете, вообще прям убойную штуку с тремя пушками. Она будет прям вообще убойная-убойная. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Будет три держалки. Так. Три пушки. Интересно, интересно, что из этого получится. Так, это у нас Energy Generation. Capacity. Блин, тут как-то все сложнее и сложнее становится. Сначала все выглядело как-то казуальнее. А тут уже прям всего добавили. И фиг с этим что сделаешь. Фиг сейчас с этим разберись. Нет, значит, на правую кнопку ничего не происходит с этим дизайном. Хотя у меня вот есть трехпушечный трехпуш. Зачем я собирал свой, не знаю. В принципе, надо вернуться его к какому-то былому состоянию, наверное. Блин, ладно, давайте по-быстрому. Был хороший, наверное, дизайн, можно сказать. Вот такого рода. Таким же его и оставим. А трехпушечный я просто просмотрел, что там уже дали нечто, что стреляет из сразу трех стволов. Так что нормально. Жить можно. Ну вот и все. В принципе, я не сильно много чего-то сделал. Так, а сюда крыльев, наверное, надо добавить. Куда привинтить-то эти крылья? Во, нашел отличное место для крыльев. Оно само разворачивает, я вот что заметил. Все, по-моему, вообще супер-мега-дизигн получился. Еще бы вот вверх он бы умел разворачивать, это было бы вообще замечательно. Ладно, ладно, фиг с ним. Оставим как есть. Can't move at engine. Engine нужен. Где engine, кстати? Реактор? Тебе реактор нужен? Да нет. Странно, что ему тогда нужно-то? Батарея нужна? Да нет. И батареи ему не нужны. Что-то не то. Что-то не работает. А 3800 энергии надо. Может быть, все-таки ему все-таки батареи не хватает? Так, если я сейчас просто насую этих батарей. Я, по-моему, оно так не работает. По-моему, нужно вовсе не то, что я ему пытаюсь присунуться, а ему не хватает банально движков. Вот. Энджин это не мотор, а то, что двигает непосредственно. И я думаю, нужно побольше их поставить. Так, батареи у нас, кстати, добавляют 8000 энергии каждая. То есть, чем больше батарей, тем дольше он может стрелять. Ну, по-моему, вообще получилась убойная штука. Сейчас мы эту штуку обязательно опробуем. Стоит аж $370. Безумные деньги. Но эта штука должна просто разрывать, мне кажется. Сейчас и мелочуги надо обязательно в помощь, потому что без мелочуги, я думаю, их расстреляют прям нещадно. Так, сколько тут пушек-то? Ну что, ребят, давайте, колупайте их, колупайте, колупасьте. Все, нормально, нормально. Правда, я так не особо понял, что означают серые кружки и синие кружки.
Синяя на энергию напоминает, а синяя, может быть, ХП, броня, фиг его знает. Давайте, смотрите, тут плюхает. У него, кстати, вот большие пушечки-то есть, у меня нет таких пушек, я тоже хочу такие. Чтобы они прям жах и посильнее, чем вот моя пипилька. Но я думаю, мне дадут в последующих миссиях. Вот, видите, у него энергия закончилась, у него что-то плохо, да, да. Синий — это количество энергии, а серый — это, походу, действительно количество ХП. И энергии надо явно больше было ставить, потому что три пушки они не удерживают. Так, вообще, кстати, можно перезахватить вот эту точку, в принципе. А куда-то повернулся, поворачивайся сюда. Кстати, здесь, по-моему, да нет, все равно 4. Так, здесь захват идет. Ну, нормально, они потом эту энергию генерируют. Все равно же, пока боя нету. Блин, меня не дали отжать. Блин, энергии нету, не стреляют, походу, дела, они вообще нифига в него. Потому что что-то, ну, очень тухляво идет урон. Прям... очень тухляво он идет. Ну, можно сказать, вообще не идет. Они грызут, грызут, не могут загрызть. А он же новый ползет. Блин, знал бы, что лыжи не поедут, я построил им больше этих генераторов энергетических. Ох ты ж, блин, меня разорвало. Так, ладно, мне кажется, все-таки нужно чем-то более эффективным играть, потому что эти штуки наверняка, опять же, не разворачиваются быстро. И будем отыгрываться именно от их неповоротливости вот таким вот взводом. Так. Так, ну тут энергия есть. Тут все нормально. Давайте, давайте. У него, блин, у него тоже, по-моему, там энергии особо нету. Давайте, давайте, обходим, обходим, обходим вот эту шнягу. И расстреливаем ее, пока она тут крутится, вертится. Все нормально. В лоб. Теперь можно в лоб, в принципе, атаковать. Все, нас толпой просто давим. Нормалек. Все, жить можно. По крайней мере, это должна быть сейчас победка уже. Все-таки... Все-таки справились. Но движков явно надо добавить. Вот, плазма тумерель мне добавили. Лонгринжовая. Ну, это осадная, мне кажется, пушка. Чисто так постреливать. Так, я могу сюда? А, в принципе, я... Что так, что так. Давайте новый дизайн начнем. Я хочу чисто осадный такой кораблик собрать. Ну, вот. Я, напомню... Нет, ей все равно нужен, по-моему, ган, вот эта вот пушка. Да. Нет? Хрен знает. Сейчас будем проверять, как это все работает. Так, ага, блоки вниз, которые смотрят, все-таки поворачивать нельзя. Они сами либо есть, либо их нету. Так, так. Может быть, еще пушек сюда навернуть? Конечно, никто не это... не ограничивает. Никто не ограничивает, смотрите-ка. И правда никто не ограничивает. А вот это мы сдвинем вперед, вот так вот. Опа! А сюда, потому что мы поставим двигла... С энергией тут что-то совсем все печально. Потребляет эта штука, вот, 4800Е в секунду, это потребление. У меня сейчас 800, значит, мне нужно еще 1200. Каждый добавляет по 400, походу, дела, да? Да. А, тогда капасит что-то как-то мало добавляет, если честно. Ну, прям нещадно мало, я бы сказал. И у меня какой-то кирпич получился, если честно. Я немножко не кирпич хотел, это ХП добавить. Да мне не нужно, на самом деле, ХП. Мне бы что-нибудь не ХПшное. Мне бы... Жалко, этот реактор в стоячем, вот в таком положении его нету. Я бы поставил здесь бы лучше реактора, чем такую шнягу. Ладно, сюда движки тогда воткнем, коль все так плохо. Так, и сюда еще реакторов. Больше реакторов. Смотрите, у меня какая-то инсектоид получился вот из этих усов, по-моему. Даже не ушел. Клешня. 2400 потребляет. Еще пятихат на двигл. Блин, что-то совсем все печально, если честно. Мне кажется, надо добавить все-таки вместо одной батареи парочку. Вот. Так. 56. Кстати, здесь написано, сколько я... Вот, в 10 секунд я смогу зарегенерировать 28% энергии, 10%, и... Да, много-много, но я думаю, нужно все-таки попробовать отыграть через много капасити энергии. Потому что пока он будет клепать новых, вот. Пока он будет клепать новых, я отрегенерюсь. А мне главное, чтобы приубить. Вот и все, давайте будем испытывать. Дорогой, блин, зараза получился. Давайте сейчас построим парочку и сразу же... Вон они. Далеко должны стрелять, по идее, как и написано. Давайте парочку таких... Ну, они тухлые, надо было все-таки проапгрейдить эти штуки, хотя бы еще по одному генератору им воткнуть, что пока что получилось не очень. Так, и...
эти, видите, прям перед носом стреляют фактически. Эти вон как далеко могут шмальнять. И плюс я их построил специально так, чтобы они могли... Да не поворачивай! Блин, да почему? Почему я только получил новые пухи, а он уже... Но зато они, смотрите, как разрывают! Ёшкин дрын, вот эти штуки прям огонь! Слушайте, им долго стрелять-то не надо, они разрываются с одного залпа, если попадают, конечно. Ой, блин, у меня тоже разрывают. Да ладно, нормально, нормально. Вот если вот так вот встать, в такую оборон-позицию... Да куда ты? Стой здесь. Регень энергию, стой, и все вообще халява, халтура. Нормально, нормально. Но у него, блин, ракета, он тоже может стрелять, тоже не дурак. Давайте, давайте, давай. Блин, он не попадает, а он-то ракетами-то попадает. Надо вот двигать. Сейчас я, походу, поиграю здесь, если меня настреляют эти штуки. Все, поиграл я. Правда, и он тоже поиграл, но... Такое себе дорогое удовольствие, я бы сказал. Не шибко... Не шибко к победе меня приводит. Но все равно прикольно. Я хочу эти ракетницы теперь, которые у него. Ну, может быть, сейчас после этой миссии мне откроют ракетницы. Мы посмотрим, что как почем. Но пока что вроде бы все неплохо идет. Но, ребят, что-то я так думаю. Не надо затягивать это видео. Вот, все, Виктория. Видите, победу с и 270-градусная турет. Это, наверное, для быстрых имеет смысл, которые вокруг вертятся, крутятся, стреляют эффективно. Пыш-пыш, ололо. Вот. На этом, я думаю, буду прощаться. Может быть, я запишу еще пару видосов по этой игре. Все-таки хочется дойти до хоть какого-нибудь босса. Возможно. И, я думаю, за пару видосов мы сможем это сделать. Хотя, не знаю, не знаю. Да кому, интересно, ближе всего? Кстати, вот это, до этого вообще близко, смотрите. Да, 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 вот до этого близко. Mastermind. Must kill all of them to win the game. Неплохо. Неплохо, там, кстати, новые батареи. Тут, по ходу дела, показывается еще, что я открою. Да, смотрите, есть миссии, которые мне, наверное, что-то открывают. Какие-то новые детали, новые запчасти. По крайней мере, на некоторые я навожу, и там это есть. Что вот эти штуки дают, я пока не знаю. Здесь, смотрите, ничего уже не открывается в этих локациях. Это чисто проходить. Может быть, вообще всю игрушку пройдем, если будут хорошие показатели вашего интереса. То, я думаю, можно будет пройти все целиком, даже всех боссов. Хотя, не знаю, я очень-очень сомневаюсь, что до этого дойдет. Но пока у меня есть настроение, давайте я продолжу в следующих видео. А пока что буду с вами прощаться. Пишите комментарии, ставьте лайки. От этого будет зависеть, как долго мы будем еще сидеть. Точнее, будем ли мы после еще парочки видосов с вами собираться. Да, смотрите продолжение. Увидимся.